Всем привет, с вами Тома. Сегодня 27 апреля, 5 дней до Рубероникона, 26-я запись моего дневника. Я это читаю по бумажке, вы уже не думали, что я учу это наизусть. Сегодня понедельник, день тяжелый, и после работы мне пришлось записывать некоторое такое небольшое промо-рекламное видео нашей торговой точки. В этом году организаторы позволили всем торговым точкам и стендам немножко рассказать о себе в начале конвента. Можно это сделать либо в формате коротенького видеоролика, там минута-две, можно меньше, вот, либо выйти на сцену и рассказать, пригласить гостей, ну, то есть это будет в начале первого дня, второго мая, вот, небольшая такая презентация стендов и торговых точек. Я, естественно, решила снять видео, потому что мы будем на торговой точке, нам некогда будет ходить на сцену лишний раз, вот, и сейчас я снимала небольшое такое видео, не видео, рекламку, не рекламку, рекламку шапок, которые я шила все эти выходные, очень упорно зашивала, чтобы дошить. Вот, не знаю еще, что у меня там получится намонтировать, скорее всего, это будет очень коротенько. Но, тем не менее, я думаю, я включу это сейчас в видео тут, потому что потом отдельный ролик я это буду, когда на канале укладывать, я немножко переделаю его, чтобы это было, ну, типа для магазина, потом тоже подошло. Да, сейчас это будет именно версия для конвента. Я не знаю, чем она будет отличаться. Очевидно, я в конце вставлю номер торговой точки, чтобы нас можно было найти. А потом для канала я буду загружать отдельно уже более такое нейтральное видео. Ну, в общем, такая петрушка получилась. Я не знаю, сейчас после работы вообще никакая. Но снялась, что получилось. В общем, возможно, это одна из последних записей, потому что тут уже осталось всего ничего. Мне еще доделывать кучу всего. Но это как всегда. Да, русские люди, они такие. Все делают в последний момент, в последнюю неделю. Но это нормально, на самом деле. В общем, сейчас вы можете посмотреть, что у меня там получилось, вот, и до встречи уже в следующем ролике, возможно, это уже будет совсем в последний день, когда я просто запишу, что, мы не все успели, но мы все-таки едем, вот, и, в общем, смотрите, а с вами увидимся в следующем ролике, с вами была Тома, пока!